Смотрите ночной дозор и бухайте на пляже. Это можно пить? А сколько это стоит примерно, расскажи. 8. Сколько? 8. А кто будет платить? А, мы пьем халявный коктейль от бармена за 80 гривен. 5. Точно 80 гривен стоит? А почему такой кислый? Он туда что-то положил такое? Он сюда положил, я думаю, много позитива и энергии своей. И лимона еще. Говорят, что следующим папа Римский будет женщина. Не, серьезно. Через пару лет будет мама Римская у нас. Я была бы рада вообще. Я очень люблю. Мы когда приезжаем, мы обязательно приходим именно в это место. Потому что здесь зажигательное место в Судаке. Нет, вообще. А мужики красивые здесь? А? Мужики красивые? Ой, конечно. Только соблазны, да? Ой, вообще. Я бывает дома, зачем я пришла с ним сюда? Алло! Раздевайся на голову! Разденься! Что? Разденься на голову! Снимай! Прекрасную сделай эту! Бабушка, немцы! Я за тебя перекос, а ты до меня грудью, а я тебя и люблю! Бабушка, пенсию повысили. Муха, не лечите, не лечите. Насилуют. Насилуют. Скажите, откуда приехала сюда к нам? Симферополя. Откуда и вы? Супер просто. Я очень люблю эту партию. Люблю Путина, Медведева. Все люди пусть вступают в Единую Россию. Это к деньгам. Прям к деньгам. Я ничего не понимаю в политике. В Украине нравится жить? Нет. Партия регионов делает для этого все, что только можно. Именно так. Поблагодари, пожалуйста, партию регионов за то, что они стараются. Благодарю партию регионов за то, что они так хуёво стараются. А, как тебя зовут? Аня. Аня, фамилия? Не скажу. Аня из Луганска ненавидит? Ненавидит партию регионов. Давайте с ней попрощаемся. Давай. Ну, ты была хорошей девушкой. Хорошо. Поблагодари, пожалуйста, партию регионов за наше счастливое детство. Благодарю. Ушел, бросил тебя? Да. Да? Да. Он не бросил, он просто ушел. Я не надо мне симпатия, просто пьяная. Да, ты просто пьяная? Да, очень сильно. Насколько? Может, пошли гулять. Прям настолько пьяная? Продавали билеты, а я их типа не облаживала.
а ему дача. И через 4 года пришли меня. Хотели повезти девочку. Мальчику не мешай. Привет. А это внук приехал к бабушке. Давай, сэкономим на таблеточках, дай бабушке 10 гривен. Я не курю таблеточки, я не пью ничего. Да не куришь таблеточки? Ну ты красавчик. Ты уникум, ты в курсе? Ну чё? Вы не будете возражать, если у меня во время три будет эрекция? Спасибо большое. Девчонки, вы же купались в море? Да. А вам страшно было в море? А почему вы писались? Много пили! Откуда вы к нам приехали такие веселые? Город! Город Гродно! Очень приличная девушка в городе Гродно! Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум. Текила бум-бум-бум, поможет бум-бум-бум. Мы ночью бум-бум-бум, закончим дум-дум-дум. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, с тобой. Мы смотрим ночной дозор. Смотрите ночной дозор. Смотрите ночной дозор. Смотрите ночной дозор. Смотрите ночной дозор. Обязательно смотрите ночной дозор. А что это такое? А, ночной дозор. Смотрите ночной дозор. Выдохнули, давай еще раз. Смотрите миллион идей, как пузырьков в бокале. Я повелитель для слов, как хуликов для камер.